Всех приветствую на своем канале Илья Сладкоежка. Вот для снятия видеорецептов заказала из самоката продукты. Сделаю вам сейчас обзор. Итак, вот со скидкой была белевская пастила. Она в виде кекса, ее можно нарезать, яблочная, очень вкусная. И полезная, самое главное, без сахара. Вот решил ее взять еще раз. Также буду готовить творожные десерты. Вот взяла творог. Сегодня 11 число, но принесли, видимо, было 9 только. 3 штуки. Вот еще была скидка на глазурь. Так она, по-моему, 70 рублей. А со скидкой 20 с чем-то. Потом, если я буду делать куличи, то как раз будет чем покрыть их. Еще со скидкой был вот такой классный набор пудов. Готовая смесь, пасхальный кулич. Только добавить масло и воду. Я уже снимала обзоры на другие готовые смеси этого производства пудов. Теперь попробую пасхальный кулич приготовить. Также еще взяла вот какие-то чипсы. Самоката тоже были со скидкой. Тут со вкусом сметаны и лука попробуем. Так, еще взяла маленькую сметану. Здесь тоже 9 число. Большая сметана. Сегодняшняя 11. Так, еще для приготовления, для снятия видеорецепта, точнее, молоко мне нужно будет. 2,5% вот его взяла. И последний нужен был творог обезжиренный. Вот он 10 числа. Вот и весь мой заказ. Я использовала промокод. Мне сделали скидку 200 рублей. Если вам тоже нужна скидка, я вам оставлю под видео промокод. И тоже сможете использовать и уже сделать заказ со скидкой. Вот такой мой обзор. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал Алия Сладкоежка. И всем пока!